И всем привет, ребята! Как вы видели по превью, да, ребят, это дождалось. Наконец-то, ребят. Сколько лет, сколько зим! Сколько это, как это долго, ребят! Понятно все с вами. Ребят, наконец-то мы этого дождались. Чего так мало? О, паровозик дыр-дыр-дыр. Так, ребят, сейчас, подождите минуту. Так, ребят, короче. Так, ребят, смотрите, заходим в историю. Вот это мне все продавать надо. Жалко, что это на рынок не вышло, ну ладно. Так, сколько это стоит? Мини-сёрик, мини-мин. Шесть голды. Ладно, уже шесть просто надо продам. Давай, ну ё-мо, ну вы что-то... Сейчас вышел. Ну, ребят, сколько мы ждали. Получается, день 16. Ну, поехали. Есть мишка на ней? Слываем побыстрее, ребят. Давай. Нет. Все-таки. Не-не-не-не. Я не такое. Да ну вас, а. Так, продаем, сколько на квесту? Тоже 6 голд. 6-0-5. Ну не надо ошибку, пожалуйста. Пожалуйста, не надо ошибочку. Ну поже, не ошибся. Это за промокод, ребят, если что. Сколько? Кстати, норм. А, не норм. Я в минусе. Ребят, это что такое? Сколько, кстати, этот М9 стоит? Давайте посмотрим, сколько М9 стоит. Эти 300 голды, 170 штук. Всего, народ. А чё так... Чего? Не понял. Это самый дешевый этот? Я думал, 90 будет стоить. Это, ребят, самый дешевый танто получается. Так, ребят, что у меня еще есть? Вот это продадим, продали. Одну голду стоит, нифига себе. Ну, загрузись ты, ё-моё. Короче, ребят, я буду все продавать это. Как что, ребят, коротенькое видео такое получилось. Информация вся в ТГ. Так что всем пока-пока.